Выставка действительно интересная, потому что она необычна для нашего Витебска. У нас город художников, у нас масса учебных заведений с эстетическим художественным уклоном. Но графика в том масштабе, которая представлена сегодня, а это 107 небольших работ и 25 больших эстампов, как они говорят, графических оттисков, у нас так не рисуют, не пишут, не изображают. Это немного другая ментальность, это другой взгляд на жизнь эстонских художников. Мы искали очень разные графические техники, чтобы показать все виды возможностей графики. Здесь особенно традиционные техники графиков. И некоторые новые тоже, как дигитальные печатные, и шелкография, и полимерная графика даже. Мастак, только тогда мастак, коли он ведает, что творится в этом свете. Не наездишься по Европах, по Америках, как убачить все, тем более, что в выставах это такая штука, якая по протяглости у часа можешь, ты просто можешь на нее не потрапить. И коли вот такие подарунки отрымовываются у нас в городе, это не просто подарунок, это на самом деле, это зрез разных поколений, разных школ, разной стилистики. И тут есть на самом деле, чему поучиться. Отношения между Эстонией и Беларусью великолепные, билатеральные. И очень хорошие отношения у нас в области культуры. Мы организовываем в Витебске уже вторую выставку. В этот раз привезли графики эстонских авторов, их множество. Они все своеобразные, они все очень... Может быть, показывают тоже в какой-то мере наше нутро, наше, что, какие мы есть, и нашу душу. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.